Игорь, сегодня по игре как будто казалось, что создали больше моментов, чем Локомотив, но не получилось забить. С чем это связано, почему не реализовали свой момент? И да, как я уже сказал, да, вратарь Локомотива выручил. Там, казалось, такие моменты, когда вроде бы уже гол, но он вставал на пути мяча. Скажите, вот у многих игроков Файкла спрашиваю и хочу вас спросить, останетесь вы в лиге? Делаем все возможно, стараемся. Я думаю, по игре сегодня было видно, что у нас нет людей, там, которые да, не хотят или не стараются. Все с желанием, все бьются. Ну, вообще, вот еще один вопрос, то, что сезон такой нервный, нервишки у всех, у болельщиков шалят и у всех, кто связан с Файклом, можно сказать. А скажите, в раздевалке как атмосфера, как вы вообще готовы там побеждать, доказывать? Конечно, готовы, да, когда поражение, да, все расстраиваются, когда какой-то результат положительный, ну, нормальное обычное настроение. Конечно, хочется выиграть, не всегда получается. Все, спасибо, ждем побед. Удачи с Ахматом. Спасибо. Наш вопрос.